Для этих школьников действительно создали лучистое детство. Родители и педагоги 60-й коррекционной школы уже 10 лет устраивают грандиозный праздник для своих детей и воспитанников. Не говоря о постоянной заботе в течение года, ведь этим детям любовь просто необходима. Главная цель нашей работы – это адаптация детей наших, социализация детей, чтобы они привыкали в обществе, себя чувствовали нормальными, здоровыми людьми. Школьники показали все свои таланты, и, глядя из зала на выступления, и не подумай, что эти дети не профессиональные артисты. Номера исполнены на высоком уровне. Как принято на большой праздник, пришли гости. Они подарили полезные и необходимые для школы подарки, которые облегчат процесс обучения особенных детей. Педагоги отмечают, что в последнее время детей с ограниченными возможностями становится все больше. Только в этом году в первые классы 60-й школы пришло 40 учеников. Анастасия Лисова, Екатерина Капустина. Новости дня.